горячие руки. Между рук. Дальше, смотрите, я что делаю. Я разворачиваю ведро. Кладу ему четко на шею. Не на голову. Видите? Уже болевой. И я могу и падать, а могу и здесь его как-то доделать. Да? Но развернуться мне уже легко. Я уже его взял. В клещи взял. Дальше продолжение этого элемента. Другая нога. Смотрите, вот. Я, смотрите, встаю, прихватываю, видите? Вот, кладу. Вот он. Вот. Все. Рука здесь. Понимаете? А вы кладете вон туда. За голову. К чему я говорю, да? Вот эти руки вот так вот соберете. И вот здесь возьмете. Бедрами. Соответственно, какие ноги у Романа Михайловича, если он так возьмет, уже человек сдастся. Стучать, правда, будет ногами. Не надо сидеть так. Если вы сидите так, за партнере, то вам надо, как блин, в него войти и ногами зацепить его. Ну, что вы вчера делали, да? Ну, здесь законтролировал, взял его. Ему тяжело, потому что здесь вот у него на перелом, да? А мне ничего сложного нет его удержать. Вы тянете, вы его тянете. Вы можете и на эту ногу, и на эту. Вы его тянете. И к нему. Если вы делаете захват, соответственно, если вы делаете захват, то в захвате надо делать как тягу, так отталкивание. Как тягу, так отталкивание. Вы его постоянно должны болтать. Постоянно вот эти действия делать. Соответственно, с ударными вещами. Никогда просто не стойте. Если вы даже захватили вот этот момент и начинаете бить коленями, у вас движения должны быть туда, в него. Постоянно вот эти движения. Постоянно. Это упражнение для вкручивания. Вкручивания в партнера. О, а теперь я. Ты. Я вкручиваю в него. Движение. Понятно, да? Если вот это сделать, уже тяга сама пойдет, он сам полетит. Сейчас, в связи с тем, что будет определенный как бы элементов падения, поэтому разобьемся на, второй зал открыт, разобьемся на две группы. Вы из этого падения будете выходить к нему, ну он вас бросил, вы не должны лежать. Вот вы зависли. Упали. Сразу. Это же. Вас бросили или вы остались на спине. Вы должны как бы его контролировать. Уходите к нему. К нему. К нему. Разворачиваемся. К нему. Вот смысл вас. Вас бросили, вы тут же подворачиваетесь и возвращаетесь к нему. Я вхожу, подворачиваюсь. Наклоняйся. Тяга, ну я потом вам. А это вот подготовительный элемент. Сейчас вам. Внешний зацеп. Отлично, отлично. У вас, с одной стороны, эстетический вид спорта, который сохраняет ваше лицо, ваше здоровье. Спасибо японцам, что они вот. И...
наши стоящие, вот здесь предполагаем, да? Движение делаем вот. И потом под него подкручиваюсь. Движение будет. Или я движение делаю вот. И в него вот. Движение. Вот. Движение. Вот. 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 Движение. Вот. Движение. Вот. Понятно. Поехали. Подсесть. В сторону. Дергай. И подседай. Стучик. Во! Здорово. Вот и все. Ну, с момента, с момента. Здорово, Эдик, здорово. Вот просто боритесь. Каждую тренировку боритесь, оставайтесь, боритесь. И старайтесь бороться с тем, кто умеет что-то делать. Так вы быстрее научитесь. А он на вас потренирует свои приемы. Заботьтесь о своем товарище. Никогда приемы не надо делать резко. Даже на соревнованиях. Кодекс чести какой-то должен быть. Потому что рано или поздно вам потом это вернется.